Астахов Антон Павлович признает виновным в совершении преступления, присмотр часть 4, статья 152 УК, граждан назначен наказание за лишение свободы сроком на 3 года 6 месяцев. С отбыванием наказания исправительной колонии общего режима не исчисляет срок наказания, назначенного Астахову, со дня вступления приговора в законную силу. За честь срок наказания Астахова во время его нахождения под домашним арестом 20 декабря 2021 года по 20 ноября 2022 года включительно со счета 2 дня нахождения под домашним арестом за 1 день лишили свободы. На основании пункта Б части 3 прим. 1 статьи 72 УК РФ время содержания Астахова под стражей 22 ноября 2021 года по 24 ноября 2021 года включительно с 21 ноября 2022 года. До вступления приговора в законную силу за честь срока свободы с расчета 1.